Рынок квартир у Гомельской области самый активный сярод регионов. У большинства буйных городов Украины пик покупальницкой активности пришелся на 2017 год. У нашем регионе на минулые. Такие данные приводит сайт realt.by. Суммарный попыт на квартиры у Гомеле перевысил уровень позаминулого года амаль на 20%. После Полоцка это самый высокий выник Украине. Наибольш популярными у гомельчан были одна и двухпакаёвые кватэры, каля 40% ад усіх здзелак. На фоне росту попыту вырос і кошт на жыллё. У снежні квадратны метр каштаваў прыкладна $560. Гэта на 10% больш, чым на пачатку года. Больш адчувальны рост цэн на квадратны метр сярод буйных гарадоў быў толькі ў Брэсце і ў Мінску. Сярэдні кошт на аднапакаёвай кватэры ў Гомелі вар'іраваўся ад 14 до 21 тысячы долараў. За двушкі плацілі, як правіла, 21-30 тысяч. Сделки с трехпакаёвыми заключали по коште от 28 до 40 тысяч долларов. Самая дорогая кватэра, продаденная у Гомелі, летась была четырехпакаёвая и каштавала 130 тысяч долларов.